К другим новостям. В Твери состоялось первое заседание нового созыва молодежной палаты при городской думе. В составе парламента 21 активист. На повестке дня несколько ключевых задач. Это в первую очередь избрание председателя секретариата, а также обсуждение основных направлений работы на ближайшее время. Подробности в нашем следующем материале выпуска. В состав молодежной палаты при Тверской городской думе входит 21 активист от 16 до 30 лет. В основном это учащиеся старших классов школ и студенты колледжей и вузов. Как отметил председатель городской думы Евгений Пичуев, все ребята целеустремленные и точно знают, зачем пришли. И они должны стать связующим звеном между новым поколением и властью. Кроме того, возможно, для кого-то из них молодежная палата – начало политического пути. Мы хотим, чтобы это были лидеры молодежного движения. Очень важная перед ним стоит задача – это, конечно, объединение молодежи, донесение до власти, видение молодежи. Тверская городская дума, конечно, будет помогать им, и особенно на первых порах. 5 лет они будут у нас работать. Но это очень большая школа политической общественной деятельности. Она, конечно, нужна. Опыт они приобретут, и им это поможет в будущем. Напомним, что окончательный список членов молодежного парламента был утвержден депутатами Гордумы в марте этого года. Все кандидаты прошли серьезный отбор. Заключительным этапом конкурса была презентация проектов по развитию молодежной политики в городе. Прежде всего, задача – это реализация проектов, потому что сам выбор в молодежную палату, он проходил по проектам, то есть сам отбор. Например, озеленение, его очень интересный проект. Есть у нас памятников очень много в городе Твери, но не все знают, что это за памятники. Проект будет заключаться в том, чтобы мы создали какой-то там QR-код, где он будет размещаться, чтобы человек подошел и с телефончиком смог сразу же получить всю информацию. Кроме того, это ребята, которые ведут активную общественную жизнь. Многие занимаются волонтерством. Депутаты городской думы, в свою очередь, всегда готовы помочь словом и делом. И ждут от молодых парламентариев интересных инициатив. Мы многое ждем от них, потому что это все-таки люди нашего города. Это молодежь, которая будет нам доносить то, что нужно сейчас нашей молодежи. Они должны выходить в Тверскую городскую думу с хорошими инициативами, которые реально воплотить в жизнь сегодня. В ходе первого заседания члены молодежной палаты определились с целями, задачами, планами на ближайшее будущее, а также выбрали лидера. Председателем молодежной палаты при городской думе стал студент первого курса Тверского полиграфического колледжа Кирилл Шаркалов. Для меня молодежная палата – это объединение людей, которые неравнодушно относятся к жизни, к истории своего города и готовы внести хоть какой-то вклад в его развитие. Напомним, что молодежная палата будет работать 5 лет. Ее полномочия истекают одновременно с завершением работы очередного созыва городской думы.